В общем, всем привет, я в Киеве, гляньте, какие каштаны расцвели. Это у тебя нахожусь на этой площади, знаете, где вот эти дома высокие. Вот такие каштаны. Говорят, что их закупили дорого, а посадили, а половина белые, то есть дешевые саженцы. Купили, значит, это белый каштан. Они должны быть все розовые, но не тут-то было. Вот эта вентиляция, это шумит из метро дымка. Вот это каштаны, такие красивые, ой, вообще крещатик. Я тут, кстати, первый раз вот этой дорогой иду. Там какой-то мужик стоит с мечом, с крыльями. Я не знаю, кто это. Чи то женщина. Чи то женщина, чи мужик, яка разница. Стоите, стоите. Аби стояла. Вот это глобус впереди. Глобус усеян голубями. То есть голуби облепили глобус. А вот это вот женщина с крыльями, это стела называется, короче. Там отель «Украина». Я сейчас встречаюсь с зрителями. Они специально приехали, по-моему, из Житомира, а на самом деле они еще дальше, по-моему, то ли из Канады, то ли откуда-то. Я сейчас бегу навстречу. Чуть не провалился в дырку. Это консерватория беленькая. Мне перейти на ту сторону, надо за метро. Вот это вот консерватория. Мужик в шапке, в очках. Шестяны. Идут люди. Все нормально, с колясками он. Такие мы люди, черти, что люди дивятся. Женщина в разноцветной куртке. А це едут в Межугорье, тут там, где Янукович жил, экскурсии делают. А я иду, мне водитель, в общем, возит кругами, вокруг всех Макдональдсов, но только не к тому, что надо. Привез аж туда, сперва к другому уже, да мне надо было вот сюда. С девочками, они, оказывается, из Житомира и из Канады. Вот, и мы идем в пузатую хату. Нашли место, нам охранник посоветовал. Слушайте, что, искали кафешку, тут, кафешку, там музыка, тарабаны там. Самые дешевые вкусные обеды, кафе новое тематическое открылось, дешевле. Да. Мы же пойдем туда, в тематическое кафе. А что за кафе? Пятница 13. Пятница 13, такая счастливая. Вот, спасибо. Хозяйка поставила такие сети. Там музыка не грохочет? А, нет. Идем посмотрим. Пошли. Бизнес-ланч. Сейчас подивимся, что там. Пятница 13. Придумала. Так и хочется зайти. Да, подворотни. Сразу люди выйдут сразу. Что делают? А то понял, ой, какой мужик стоит. Это хозяин. Ой, боже. Где? Где летучая? А, вот летучая мышь, да. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Есть по ступенечкам и направо, там кафе. О, боже. Мы точно сюда. Куда мы зашли? Куда мы попали? Нас на выходы не пустят. Ой, о, боже. Лабиринт, гляньте, там ага. Кафе-магазин. Тут тече вода, чи шо? Ничего не Господи, тут сувенирная лавка внутри. Ой, які маски, гляньте, зашли в кафе. Так, пошли. Не, наверное, магазин, кафе сюда, да. Це сюда. О, боже. О. Здравствуйте. Так, нам надо так. А тут свет у вас не включается, да? Надо включить нам сюда, чтобы мы посидели на диванчиках, чтобы мы видео, может, запишем, нам надо, чтобы свет был. Как интересно сделано. Вообще, глянь. Черепа такие. Ну что ж я вас сюда привез? Так, знакомьтесь, это Саша, она из Житомира. Это, значит, две сестрички, Таня и Света, да? Света. Да. Да. Ты Таня? Я Таня. Ты Света. 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 Они живут в Торонто. Вы тоже из Житомира, да? Да, да. Так, вот мы пришли в такое кафе. Называется «Пятница 13». Гляньте. Тут змея из стены. О, боже. Это у вас недавно открылись, да? Уже второй год. Второй год? А что она сказала недавно? Тут ведьма вывез. Такие вот перец. Прикольно. Два меню на всех, да? Угу.
Смотри. Это такое меню, в общем, блюдо на сковородке, свинина по-домашнему, картофель с грибами, смаженный на по-домашнему. Что хочешь, водка есть, коньяк, вино, наливки. Салаты. В принципе, цены нормальные, да? Да, более чем. Да-да-да, смотри. Цезарь 65 гривен. Горячие закуски, деруны. Я попивался с открытого. Ну ты что? Не, нормально. А ты по пиву ориентируешься? Да. Понял. Все это из Житомира свой человек. Житомирская панянка. А вы там пиво пьете в Канаде? У вас заведено такое? Пьют, да? Что, серьезно? Прям на улицах или надо дома сидеть? Нет, на улицах нельзя. И у нас там получается уже только отдельные магазины. Только специализированные продают, не во всех, да? LCBO называется, есть там, где и водка, и такой там ром, коньяк. А есть Beer Store. Что там только пиво. Угу. И я еще пост... есть 90 магазин, да, отдельный. Угу. Вот пришли с подарками, боже. Чипсы. Это вы с Торонто прям везли? Да. Ух ты. Премьяр. Кленовое печенье с кленовым сиропом. Ты знаешь, что там кленовый сироп? Я помню, ты в этом. Это я знаю, да. Да. Я. Не, я не готовил печенье. Да. Нет, ты готовил оладьи. Потом тебе панкейки. Да, да, панкейки. Ой, классно, Ляника. Ага. Давай. Так, сейчас будем как раз и есть их. Это чипсы, что-то острое, наверное, да? Потому что нарисовано вот такой огонь, типа языки. Угу. Так, а ну берите. Пахнет, угощайтесь. Да? Угощайтесь. Так, Света. Ой, Саша, держи. Спасибо. Света, собери. Ой, класс, блин. Угу. Такой прям треугольничек. А клен будет мапл, чи как? Мейпл. Мейпл, да? Угу. Красивый такой. Причем особенный запах всегда очень. Угу. Вкусно. Да. Спасибо. А кто это бица? Томаса ты знал? О, Боже. Ну, вот что вы привезли? Ну, капец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, девки, вы даете. Это Леши карты, да? Да. Я уже понимаю, кому что. По тематике. Playing cards, короче. Так, вот это Виктория. Это какие-то, наверное, торонтовские чини. Виктория, это же королева у вас там, да? Да. Она жива чи нет? Ну, она же это, британская королева. У вас же вот одна и та самая, да? Австралия, Новая Зеландия, Канада. Мне так деньги ваши вот эти мне когда-то подарили вот эти вот две двадцатки канадские, они как клеенка такие. Они не стираются, если их постираешь, ничего не будет, да? На месте. Ты что вообще? С собой есть? Нет, вот не забыли. Вот жалко же. Есть монеты. Есть монеты. Показать сейчас я поеду. Давай, а это что такое? А что это такое? Это мыло? Конфеты. Похоже на мыло. Похоже на мыло, да. Ага, хозяйственное мыло. Это что такое? Такая. Сейчас, подожди. Это для Томаса? Панкейки. Да. Я же не понял. Он же тоже участвует. Такая, со свинкой. Ух ты, это для панкейков. Это очень удобная, кстати, штука, потому что я такой толстенькое переворачиваю, и оно поддирается, они же без масла жарятся. Блин, спасибо огромное. Это диетические, короче, кто хочет похудеть, да? Да. Серьезно, да, диетические? Угу. Так. Так, трусив там нема с примеркой? Нет. Я сейчас выйду в дефиле. Ух ты! Мы тебе потом подошлем. Вот это, короче, нарисован олень. Канада написано. Олень, и тут, короче, волки воют. И сияние, да, вверху? Чешуна. Я знаю, что какая-то вот между американцами и канадцами есть какая-то фигня, что они кто-то кого-то называет то ли олени, то ли что-то такое. Не слышали такого? Не, ну, наверное, канадцев, скорее всего, а канадцы американцев тоже как-то называют. Тоже так называют? Особо дружат. Они дружат между собой, Америка и Канада, или такое вот между людьми? У них есть такое, допустим, вот как там Украина-Россия, что-то, допустим, там? Есть такое, такой... как бы они говорят, что эти... Что американцы сильные. Ну, то есть у них получается, они американцев описывают по одному, там, что они там
как, я не знаю. Ну, есть, да, такое, да, какое-то, да, они друг друга стебают. Еще там слова отличаются, например, ты, если пишешь color и color, да, да, отличается слово. Да, как пишешь само слово и как произношение. Угу. А, всегда разное, можно, да? По акценту, и смысл, а, можно... Да, например, если буфет, да, у нас называется буфей, а в Америке буфет. Да. Буфет так и будет, да? Или контин, конечно, да. А как вы язык выучили? Света учила там уже в Канаде, я здесь не заканчивала. А канадский это такой же, как американский, да, или нет? Да, произношение это в основном и какие-то слова отличаются. Вот. А как давно? 25. Это копейки, сейчас покажу, да. Там, короче, медведь, да, идет? Да, есть, только надо. Это медведь, короче, нарисован. А что медведь? Там медведи у вас водятся? Да. Канадские медведи. Есть. Вот она, королева, короче, да? Угу. И у нас монеты отличаются там названием, да? Например, двойка это... Вот это вот луни. Вот это была... Есть еще доллар у тебя или показать? Есть. Я уже сегодня конфисковала. Ну, на этой плохо видно. Это он покажи, да, на своем, там будет взлетать. А здесь плавает. Ух ты, это утка, да? Утка. А, вернее, утка, да. Там у них серия вот этих единичек. Он взлетает, он садится на... Утка, луну, да? Вот это взлетает, да, садится. Эту утку, название этой утки луни, поэтому смотри. Доллар называют тоже луни. Доллар луни, а 2 доллара это туни. Тулуни. Угу. Тулуни? Нет, туни. Туни. Угу. Луни, туни. Американский доллар и канадский. Разница. Ух ты, класс, Жень. Вот эта утка, она взлетает. Да. А еще есть та, что садится, да? Угу. А ну давай, подожди. Это американский. Ух ты, это, короче, это якийсь мужик, короче, Джордж Вашингтон, чи не? Наверное. Джеймс Карлик. Гарфилд. Джеймс Карлик. А це статуя свободи, воно ух ты, такие дети. А вот смотри, когда была ванкуверская олимпийская игра, так, это твоє, чи де це, розбирайте. Они делали серию разных, с разными видами спорта. Я собираю монетки, эти по 25, там супер. Есть абсолютно разные. Это, короче, мужик на лыжах. Да, да, это пятерка. В 2010-м был в Ванкувере олимпийские игры, они выпустили потом это дать. Это бобер сидит, что съесть. И везде королева, прикольно. Ой, это, наверное, это, короче, такое, что можно есть сразу. Да, его. Это можно молоком заливать, а можно есть, да, или нет? В основном есть. Оно с шоколадом это внутри. Это кешью и миндаль. А, и, так это орехи. И, по-моему, с карамелью полито. А то я, знаешь, есть такие с шоколадом внутри. Угу. Так, это, короче, конфетки. Угу. Называются резин. Резин, чи что? Так, подожди, это тоже. Боже, ну вы что? Труфеля вот такие классные. Труфлес. Ой, ну видай это. О, глянь, класс, Канада. Это магнит такой огромный. Ой, классный. Спасибо. А такими вбить можно, не тяжелые такие. Канада. Там же надо что-то заказать. Так, подожди, сейчас. Это, короче, что-то такое непонятное. Сейчас я подниму. Да? Шкатулка? Да, для мамы. Так, подожди. А ну открывай, давай, будешь. Да. Ассистентка Саша. Да. Я просто уже тренирована, мне тоже есть. Ты уже дивилась? А у тебя есть? Да. А ну показывай. Ну не такая, конечно. Символический рисунок на крышке. Символический это котик. Осторожно, там крышка отдельно. А, может упасть. Да. Ух ты. Perfect love. Perfect. Ага. Perfect love. Это perfect. Совершенная любовь переводится. А они написали perf как мурчатка. Нур, да, perf. Ага. Так. Это, короче, для Томаса. Жертва нова. Пока. Так, теперь это шарик тоже для Томаса. Нет. А, нет, это что-то делать надо. Это лимон резать или что? Разрезать, да? Разрезаешь, а потом по картинке вверху, видишь, там графин. Ты внутри закладываешь либо ягоды, кидаешь графин с водой, можно и получается как лимонад. Ух ты! Без мякоти. Так разрезаешь вот этой кругом или вилкой разрезаешь, ложкой, ну, ножиком? Ты нарезаешь фрукты, она знает. И закрываешь вот сюда. Это как заварничек для чая, только это с водой. Да. Ага.
для лимонада. Это вот эти конфетки Verzer Original. Так читаешь? А это щеточка. Для чего это щетка? Посуду мыть? Ну, такая просто, можно чистить, можно. Можно штаны чистить. Нельзя, да? Немножко жесткий. Ой, так, все, надо сложить теперь. Спасибо вам огромное, но вы капец. Мне, конечно, неудобно, но я все соберу назад в пакет. Что делать? Так, сейчас будем, сейчас докажем что-то, чтобы кто скажет, пришли, это самое, жруть. Не жруть ни черта, что разложилось. Такие хорошие вообще сестрички, такие хорошо посидели. Самые дети тоже, мы так довольны. А это мальчик, у тебя девочки. Да. Так что, едем в Канаду до свиней. Нахідно. Мене забирають в Канаду свиням. Да, я поїду свиням давати. Ну давати. Ну порося там дав, от ви такі. Ні, ну це, звісно, да, такий шаг, звісно, це відповідальний, це треба думати довго. Да, ну що звісно. Це не так, що, да, трахбар. Так що, якщо що, буде трансляція з коровника. Может быть скоро, да? Да. Мегафермер. Красиво тут, конечно, такой дом там сзади. И тут фонтан, когда-то ничего не раньше не замечал вот этого фонтана. И сразу волосами прикрылись, да? Вот уже сырухи. Мамка не знала, что мы тут еще прогуливаем с Дамбел с Малио.